Приветствую, друзья, на связи Андрей Жариков. И в данном видео мы узнаем ответы Дэвида на различные вопросы относительно брокеров. Можете ли вы рекомендовать какого-то конкретного брокера? Почему у людей получилась просадка на счетах с Гамильтоном, хотя у них была сумма 500 и даже больше? Что можете сказать о величине спреда у разных брокеров? Почему рекомендуется устанавливать робота на ECN счет? Можно ли использовать стандартный счет? Можно ли использовать центовый счет? Можете ли вы рекомендовать какого-то конкретного брокера? По правилам контролирующей организации CFTC, как компания, мы не имеем права рекомендовать конкретного брокера. Я лично как трейдер использую брокеров Traders Way, FX Choice, IC Markets, и в принципе они работают нормально. Почему у людей получилась просадка на счетах с Гамильтоном, хотя у них была сумма 500 или даже больше? Я говорил уже, что хорошо иметь брокера с более высоким плечом. У многих получилась просадка из-за того, что они пользуются брокером FX Choice, который дает плечо только 1 к 200. У тех, у кого плечо до 1 к 1000, у тех в целом ситуация была нормальной. Если ваш брокер дает вам только небольшое плечо, то возможно вам стоит перейти на брокера с более высоким плечом. Это важный момент. Что можете сказать о величине спреда у разных брокеров? В наших роботах есть возможность установить ограничение спреда. Например, если вы установите пороговое значение 15, то спред не будет превышать 15. На паре евро-доллар обычно спред не превышает значение 3. Если спред превысит пороговое значение, то сделка просто не будет открыта. Почему рекомендуется устанавливать робота на ECN счет? Можно ли использовать стандартный счет? На стандартном счете мы торгуем против брокера, и брокеру выгодно, когда мы теряем. На ECN счете мы торгуем против других трейдеров, а брокер просто имеет со сделок свою комиссию. В этом случае брокеру без разницы, зарабатываем мы или теряем. Можно ли использовать центовый счет? Робот работает с любыми типами счетов, которые управляются через МТ4. Какой тип счета вы можете использовать, зависит от вашего брокера. Если у брокера есть центовые счета и ими можно управлять через МТ4, пожалуйста. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго. Global Star Club. Возможности безграничны.